Родина! Сколько пройдено, поднято к небу рук. Родина! И оборванный колокол падал вдруг. Родина, и уходят полками бесстрашные. Родина, здесь гармошки и ситцы по-нашему, и распевы над башнями, и рассветы уставшие. Можно еще выразить восхищение исполненной композицией. Прямо захватило дух настолько, что сегодня у нас такие гости, после которых голос дрожит постоянно. Нам повезло практически больше всех. Давайте представлю нашим телезрителям народный вокальный ансамбль «Светоч», а также художественный руководитель Павел Владимирович Кузнецов. Доброго утра! Доброго утра! Сразу же к Павлу Владимировичу вопрос. У вас очень такая колоритная группа, и вы очень колоритные, какие-то интересные тексты и песни, и музыка. Как рождается все это? Рождается все это в культурном центре на Высотной, в городском дворце культуры, здесь, в Красноярске. Рождается под впечатлением подвига наших людей, замечательного поколения, которое, наверное, недолюбило, не дожило свое, наверное, очень много терпела. И эти люди были рядом со мной. И слава Богу, что они принесли в душу вот ту силу какую-то, которая сегодня рождает эти песни. Сегодня во сколько, где, когда можно будет вас послушать? Одной вот не хватило, правда, песни? Да, точно. А мы готовы вам подарить на площади. В 12 часов начнется митинг, и этой же композицией откроется этот митинг. Он будет с участием великолепных
коллектива всемирно известного ансамбля «Танцы Сибири». Мы вместе выходим на площадку. Но и, конечно, продолжится в 1:30 веселыми композициями из репертуара Светоча. Вместе с другими замечательными коллективами. Ну, мы хотим пригласить всех телезрителей, собственно говоря, на празднование Дня народного единства. Сегодня будет множество культурных площадок, в том числе и возле театра, на театральной площади. Вот студенчество будет принимать очень активное участие. И это перед вами студенты Красноярского аграрного университета, которые спонсируют вот этот университет, костюмы и лично Пыжикова Наталья Ивановна. Вот студенчество будет принимать непосредственное участие в этом. Итак, вы, я надеюсь, запомнили, придете обязательно посмотреть на народный вокальный ансамбль «Светоч». Мы благодарим его руководителя Павла Владимировича Кузнецова. Спасибо.